Вот это камыш. Здесь летом птички. А вот это пахотная земля. И я, если туда пойду сейчас, то у меня ноги застрянут по колено. И я до завтра буду идти. Скоро закат. Надо быстрее идти. Ну вот я вам покажу, какой красивый камыш здесь растет. А воды нету. Она высохла. Вообще это лето было такое сухое. Высохло. А вот это полынь. Вот она. Видите? Вот я ее наклоню, чтобы вы видели. Это полынь. Вот она, лекарственное растение. Полынь помогает от многих заболеваний. Она как антибиотик, как дезинфектор. Вот. Это правда красивый камыш. Вот ради вот этой красоты стоит ходить пешком. Очень люблю пешком ходить. Это меня так заряжает, так дает жизненные силы. Вот. Прелесть. Прям радость на душе. И вот видите, здесь этот камыш растет. Здесь была когда-то вода, вон там дерево. Вот. И здесь сделали родник. Вот, и этот родник высох. А там дальше озеро тоже высохло в этом году. Видите, они вырыли канаву. Вырыли канаву, чтобы текла вода к этому озеру. Вот. Вот она канава. А воды нету. Все высохло. Засушливый очень год. А вот этот кустарник, если взять его листья и потереть между руками, а потом на лицо, ой, как печет ужас. Да вроде говорят, как это бузина называется, это дерево. Вот ноги проваливаются. Мы идем, чтобы вам сделать видео. Показать, какие интересные у нас места. Как будто Марс. И никто не ходит. Редко кто ходит. Все привыкли ездить. Кто на машинах, кто на автобусах. Так принято сейчас. Матрица. Это общественное мнение. Что нельзя пешком ходить. Надо ездить. Ездить это нормально. Ой. Какая красота, посмотрите. Какая красота, прелесть. Мне задают вопрос. Как вы ходите пешком? Это же тяжело, особенно когда ветер, снег. Ну, конечно, не всегда иду. Иногда приходится ехать и мне, или на маршрутке, или на машине. Но если спокойно, тихо, сейчас температура, ну, где? 5 градусов, 6 градусов тепла. Сейчас хорошо. Можно гулять. Ну, какая красота. Прелесть. Вот я вам сейчас покажу, где был родник и что от него осталось. Сейчас мы подойдем. Вот. Вот эти деревья. И там, где куча земли. Сейчас вот увидите. Здесь был родник. Что с ним сейчас? Как видит? Выглядит. Яма. Эту яму вырыли уже потом, попозже. О, о, видите, вот. Вот видно здесь. Поставили куски шифера. Ну, вода грязная, грязная. И вот она туда текла. Вот там, где постройка из камней. И раньше здесь не было этой ямы. А ее позже вырыли, потому что там уже вода не текла. И вот здесь тоже вода кончилась. А раньше такая была чистая вода. На закат. Посмотрите на закат, как красиво. Какая красота, это закат.
Вот, видите, глина. Глина в перемешку с черноземом. Это когда рыли яму, чтобы обновить родник. Сюда так глядит заброшенный родник. Видите, вначале родник был тут. Сейчас мы спустимся пониже. Вот ступеньки. И вот там труба. Видите, труба. Вот из той трубы капала вода. И вот. Вот она, видите? И потом вода начала капать грязная. И вот она туда текла раньше. Вон там, где камыши. И там еще одна яма есть. Вот. А это дерево выросло тут. Ива. Ива или верба, кто знает. Лучше меня, как она называется? Плакучая ива. Вот пишите в комментариях, кто знает, как называется это дерево. И вот, после того, как здесь вода уже была грязная, они вырыли яму. Вот здесь лучше видно. Вот, видите, яму. И обложили камнями, обложили шифером. Ну и тут тоже, видите. Может быть, весной опять кто-то почистит. Посмотрим. Идем дальше. Снег мокрый. Ботинки промокают. Надо одевать. Обувать что-нибудь другое. Калоши. Самый лучший калош. Когда вот снег тает, кожа пропускает. И по ногам холодно. А вот если в резиновых калошах, а внутри, чтобы были шерстяные носки, вот, тогда хорошо можно идти в такую погоду. Ну как просто, вечер, прелесть. Да, вот.